далекой-далекой галактике, среди сплетений колец Эридана, представители трех гордых и непримиримых рас гибли в огне бесконечных сражений. Острый дефицит ресурсов, так необходимый каждой расе для развития экономики и строительства, вынуждал командиров посылать армии на грабежи любых доступных сот. Множество великих и достойных бойцов всех рас не выдержали темпов войны более полугода и навсегда покинули мир Эридана. Многие альянсы воинов были созданы и также исчезли навсегда. В неопределенном противостоянии сошлись армии двух новообразованных мегаальянсов – Псолао и Легиона. Именно в это страшное время в 8-й центурии Легиона совершила свой первый боевой вылет будущая легенда Эридана – прекрасная и грозная воительница Анастасия. Outer taxiway, and what gate will we be going in?